Здравствуйте. В эфире национального телевидения Чувашия информационная программа «Республика». С главными событиями четверга вас познакомят наши корреспонденты и я, Ольга Панова. Смотрите сегодня. Аварийного жилья быть не должно. Глава Чувашии Михаил Игнатьев обсудил реализацию федеральной программы с руководителем фонда содействия реформированию ЖКХ. Нестандартный подход. В детском технопарке «Кванториум» проходят уроки для школьников Чебоксар. Первая в рейтинге. Татьяна Акимова возглавила список лучших биатлонистов России. Сегодня глава Чувашии провел ряд рабочих встреч в Москве. Реализацию совместных проектов в отрасли жилищного строительства Михаил Игнатьев обсудил с руководителем фонда содействия реформированию ЖКХ Константином Цицыным. Подробности у моего коллеги Дмитрия Ковалева. В фонде содействия реформированию ЖКХ Чувашию называют надежным и ответственным партнером. Поддержку региону будут оказывать и дальше. Глава республики уже заявлял, что у всех намеченных проектов есть определенные сроки реализации, несмотря на возникающие сложности. За последние полгода Михаил Игнатьев и руководитель фонда Константин Цицын проводят вторую рабочую встречу. Тема очередных переговоров – ликвидация аварийного жилищного фонда. В рамках этой программы предстоит переселить в новые квартиры больше 5000 человек. И это выполнимая задача. Последний этап переселения с аварийного жилищного фонда начался с 2019 года по указу президента Российской Федерации. На самом деле фонд финансировал. Общая стоимость программы у нас 5 миллиардов 100 миллионов рублей. Должны переселить более чем 13 тысяч людей. Мы сейчас работаем по четвертому этапу. Это завершающий этап этой программы. Сбоев при реализации программы произойти не должно. Ожидается, что все нуждающиеся будут переселены из аварийных домов до 1 сентября этого года. Но есть отдельные вопросы по городу Шумерля, по городу Чебоксары. Мы обсуждаем. На последнем заседании кабинета министров тоже решение приняли. И мы обсудили на сегодняшний день, как мы по тем параметрам, которые записаны в наших программах, выполним все те обязательства, которые обязаны выполнить. Как в регионах страны ведется работа по ликвидации аварийного жилищного фонда, обсудят и на грядущем госсовете в Кремле. Подготовка к заседанию уже началась. Михаил Игнатьев назначен руководителем рабочей группы. Дмитрий Ковалев и Андрей Шоклев. Республика. Из Москвы. Президент России Владимир Путин своим указом освободил от должности 10 силовиков. В списке и прокурор Чувашии Сергей Легостаев. В этой должности он проработал менее 2 лет. Чувашстат сравнил цены на продуктовые наборы в Чувашии и других регионах. Так, по данным Чувашстата, на конец февраля стоимость минимального набора продуктов питания в Чувашской республике составила 3282 рубля 60 копеек в расчете на одного человека в месяц. В среднем по Приволжскому федеральному округу стоимость минимального набора на 110 рублей 89 копеек больше. По данным Минэкономразвития республики, в рейтинге регионов ПФО по уровню цен от меньшего к большему Чувашия на 5-м месте. Напомню, всего в Приволжском федеральном округе 14 регионов. Дешевле всего минимальный продуктовый набор в Саратовской области, дороже всего в Самарской. Сегодня на Суре в районе Шумерля закрыли ледовую переправу. Выходить и выезжать на лед стало небезопасно. Также начали демонтаж деревянного покрытия. Добраться до левого берега можно только в объезд. Когда уровень воды спадет, будет установлен наплавной понтонный мост. По информации Государственного комитета Чувашской республики по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям, высота снежного покрова в регионе на 10-20 сантиметров превышает средние многолетние значения. Самая опасная обстановка наблюдается в Алаторском, Порецком и Цивильском районах. Специалисты ожидают, что весенний паводок в Чувашии будет одним из сильнейших за последние годы. Самая опасная обстановка наблюдается в Алаторском, Порецком и Цивильском районах. Запас влаги в реках составляет 120-130% от нормы. А на реках Сура и Большой Цивиль 170-190% соответственно. По прогнозам, при самом неблагоприятном развитии сценария, в зону затопления могут попасть населенные пункты в 16 муниципалитетах. Общественная организация «Зеленый патруль» сформировала экологический рейтинг субъектов России за зиму 2016-2017 годов. Чувашия вошла в пятерку лидеров экологического рейтинга субъектов России. В топ вошли также Тамбовская область, Республика Алтай, Алтайский край и Москва.
При формировании списка учитывался ряд показателей: состояние воздуха, воды, сбросов, выбросов, активность власти и общественных организаций. По словам экспертов «Зеленого патруля», неправильная утилизация отходов наносит наибольший вред экологической обстановке. В этом году все регионы, в том числе и Чувашия, проводят в этом направлении усиленную работу. Также эксперты оценили реализацию инвестпроекта при конструкции биологических очистных сооружений в Новочебоксарске и строительство комплекса сооружений по обработке осадков на станции «Завражная» в столице. Важную роль в создании благоприятной экологической среды играют зеленые зоны, особо охраняемые природные территории. Нестандартные уроки. Разработать мобильное приложение, собрать дрон и освоить 3D-графику. В Чебоксарском детском технопарке «Кванториум» нет ничего невозможного. О занятиях, на которых творят будущее, в нашем следующем сюжете. Миниатюрный дрон размером с мобильный телефон может быть в воздухе несколько минут. Его более крупные собратья чуть дольше. Эти металлические одноглазые птицы – гордость Аэроквантума. А вот эти мальчишки и девчонки – его надежда. Сегодня перед ребятами не стоит задача собрать квадрокоптер. Все начинается с простого. Мы должны были отмерить отсюда 8 миллиметров и аккуратно ее приклеить вот отсюда. Потолочная плитка, двусторонний скотч, брусочки дерева – основные элементы конструкции. Клей и шуруповерт для прочности. Из таких материалов у ребят получается дельтаплан. Максим Поздеев учится в 5 классе. В Аэроквантуме занимается не первый месяц. Мне нравится делать такие модели. И у меня уже дома целая коллекция разных самолетов. Я часто смотрю фильмы про самолеты, про историю самолетов, про разных конструкторов. Я знаю таких конструкторов, как Туполев, Антонов. Я хочу стать инженером. Для меня это будет очень хорошо, потому что я тоже стану таким же, как и папа. Сейчас у ребят подготовительный этап, так называемый нулевой цикл. Он нужен для того, чтобы в будущем полноценно заниматься в технопарке. Сначала они учатся, допустим, резать, потом замерять, потом центровать модель. То есть каждое занятие по нарастающей, соответственно. Потому что если мы будем на месте стоять, то, естественно, мы далеко не уйдем. Пока что в «Кванториуме» занимаются ученики 3 столичных школ. В будущем их будет больше. Все это возможно благодаря программе сетевого взаимодействия. Это сделано с той целью для того, чтобы выстроить так называемую программу полного дня. Чтобы действительно школьники были заняты важной работой, учебой, образованием. Образование оно происходит не только в стенах школы, но и непосредственно в учреждениях, скажем так, дворцов творчества, домов культуры и остальных учреждений дополнительного образования. Татьяна Леонтьева, Татьяна Раевская, Олег Якимов, Республика. Групповая победа. Группа 13-15 юридического факультета Чувашского государственного университета имени Ульянова стала лучшей в вузе. О студенческой дружбе и вузовском единстве в нашем следующем сюжете. Они талантливые, активные, целеустремленные. За плечами каждого из 30 студентов немало достижений. И, наконец, коллективная победа. Самые творческие, самые спортивные и самые лучшие. Целых 3 награды пополнили общую копилку. Больше всего, конечно же, мы готовились к творческому, потому что нужно было найти и костюмы, придумать сценарий, распределить роли. В спортивном конкурсе у нас была сформирована команда из 4 человек, 2 девочки, 2 мальчика, которые очень постарались и принесли большим трудом эту победу. При такой активной студенческой жизни ребята не забывают об учебе. Конференции, семинары и круглые столы не проходят без их участия. Те условия, которые создаются в университете для развития студентов, они, видимо, подходят для этих студентов, что они очень гармонично включаются, гармонично достигают успеха. Вот мне не преподаватели тоже. То есть каждый преподаватель, который подходит ко мне, они говорят: Надежда Владиславовна, вот у вас сегодня ваша группа лучше всех подготовлена. Готовил занятия. Ну, разве это неприятно слышать? Будущим юристам одинаково хорошо удается практически все. Вот Алексей Максимов добился результатов в общественной жизни. Он заместитель председателя студсовета. В чем же секрет такого успеха? Безусловно, в этом есть и заслуга моей группы, которая активно поддерживает меня, помогает мне во всем. За то, что
Мы занимаемся этим. В этом году мне назначили повышенную стипендию Чувашского государственного университета за общественную деятельность. С первого курса мне очень понравилось, что наша группа такая дружная. Мы неоднократно посещали различные мероприятия не только университетского уровня, но также выезжали за пределы республики, ездили в Госдуму, в Казань. Впереди у ребят очередные испытания и новые достижения. Справиться с ними легче, когда рядом плечо друга. 8 марта исполнилось 100 лет с начала февральской буржуазной революции в России. И пусть вас не смущает несовпадение. Все дело в том, что до 1918 года страна пользовалась юлианским календарем, а затем григорианским. По новому стилю эпоха перемен началась 8 марта, а закончилась 7 ноября установлением советской власти. Как откликнулась Чувашия на политические преобразования тех лет, помогут узнать архивные документы. 23 февраля 1917 года по-старому, 8 марта по-новому стилю, император Николай II уехал из Петрограда в Могилев. Тем временем митинги, посвященные Дню работниц, перерастали в массовые стачки и демонстрации. А дальше события стали нарастать, как снежный ком. Вооруженные стычки, раскол в армии, переход отдельных формирований на сторону восставших, отречение государя и, наконец, формирование временного правительства. Сведения, известия, они очень быстро распространились по территории всей страны, и Чувашия не стала исключением. Так, активная часть городского населения Чувашии, в общем-то, восторженно восприняла весть о революции. Например, Чебоксарская городская дума дважды в начале марта провела заседание, где приветствовала революцию и новое временное правительство. Подобные мероприятия происходили также и в городе Ядрине, в Алатыре, в Цивильске. Однако известны случаи, когда эти известия были встречены довольно тревожно. Так, например, в Ядринском уезде рабочие торгового дома Таланцевых высказали такое соображение, что, возможно, опасна ситуация, когда в стране два правительства. И отправили соответствующее письмо в оба этих органа. В целом же новая власть устанавливалась на территории Чувашии постепенно и плавно, поскольку практически все прежние учреждения и общественные институты были сохранены, за исключением переименования полиции в милицию. В жизни людей тоже ничего особенно не изменилось. В данном документе сосредоточены листы, на которых представлены текст присяги, которую давали жители уезда временному правительству. Подписи представлены с оригинальным текстом. Присягу приносили люди, которые занимали какие-либо должности, то есть представляли официальную власть. Впрочем, говорить о том, что смена власти прошла гладко, не приходится. В Петрограде, Москве, других крупных городах начались перебои с продовольствием. По стране прокатилась волна хлебных бунтов, вызванных введением хлебной монополии. Что такое хлебная монополия? Это специальным постановлением было решено получать весь объем произведенного зерна крестьянами, за исключением той небольшой части, установлены нормы, которая необходима была крестьянам для своего собственного проживания и для дальнейшего посева. И, разумеется, такое положение дел не устраивало, когда большая часть произведенной продукции отдавалась государству, и лишь незначительно оставалось самим производящим, получается, крестьянам. Естественно, проходили на этот счет собрания, высказывались недовольства, были и даже серьезные столкновения, чтобы утихомирить население, вызывались и военные из Казанского гарнизона. Забегая вперед, можно сказать, что политические и социальные преобразования в России не ограничились мартом. Революционные настроения усиливались и достигли кульминации в конце октября 1917 года. А значит, мы еще не раз вернемся в наших выпусках к событиям столетней давности, так круто изменившим не только отечественную, но и мировую историю. Елена Гальперина, Андрей Спиридонов, Республика. Своеобразный подарок к Международному женскому дню подготовило национальное телевидение Чувашии. Этот праздничный день стал датой официального выхода наших программ в спутниковое вещание. Подробности в нашем следующем сюжете. Национальное телевидение Чувашии отныне доступно жителям не только Чувашии, но и европейской части страны.
Зона вещания простирается от Калининграда до Ханты-Мансийска. Нас смотрят и слушают 10 миллионов абонентов, в том числе и участники, и гости праздничного концерта Стаса Владимирова, на котором состоялась презентация выхода национального телевидения Чувашии «Спутниковое вещание». Компания «Мир Антенн» подготовила розыгрыш специального приза. Спутниковый комплект «Триколор ТВ» получила в подарок Надежда Степанова из Чебоксар. Надежда! Саламат, прозрела Надежда. Юларсем Таргашин. Те парни не пома. Булдарадар. Друзья, пожалуйста, вручайте главный приз. Парни. Полную версию праздничного концерта смотрите 25 марта в эфире национального телевидения Чувашии. Напомним, что на спутниковой платформе Триколор ТВ наш канал расположен на 823 кнопке. Родион Архипов, Андрей Спиридонов, Расиль Мухаметов, Республика. Союз биатлонистов России опубликовал рейтинг российских спортсменов текущего сезона. Безоговорочное лидерство среди женщин сохранила Татьяна Акимова. Лучшего результата Татьяна добилась благодаря успешному на фоне других россиянок выступлению на этапах Кубка мира по биатлону. После 21-й гонки Акимова занимает 12-е место в общем зачете. Она набрала 464 очка. В активе Татьяны есть победа и 3-е место на этапе в Чехии. Кстати, завтра, 10 марта, в финском Кантиолахте начнется предпоследний этап Кубка мира этого сезона. Женщины стартуют в 19:30. Таким был этот четверг глазами корреспондентов программы «Республика». Наши новости и программы на сайте nrk21.ru. Я Ольга Панова с вами прощаюсь и до встречи в эфире национального телевидения Чувашии.